Ну что, братишка, как так все быстро, да? Произошло. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым одеялом. Таким огромным одеялом. Положить голову на мягкую подушку. Перевалил. Обязательно с перьями. Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть земля, где который год. Люди так ждут хороший погод. Тучами покрыто небес полотно. Было по-другому, там было давно. Старый мудрец солнце забрал, чтобы проблем никто не знал. Чтобы порядок был, но перебор. Люди кричат с тех пор. Отдай тепло, отдай тепло. Отдам тепло, отдам тепло. Им надо немного, им надо не все. Тут же мудрец задает вопрос. Что же не хватает вам, у вас есть все. С ним одни проблемы, но наводит бардак. Люди бредят, не хотят работать как так. На этот вопрос собралась толпа. Говорят, не надо им много тепла. Хотя бы рассвет, чтоб на день силы брать. И закаты, чтобы мечтать. Отдам тепло, отдам тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Отдам тепло, отдам тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Люди, вы поверьте мне, у вас все есть. Я знаю, что делать, на то я мудрец. Но крики раздались, толпа зашлась. Люди твердят, надо солнце назад. Сами будем мы решать, где светить. И лестницу давай толпой мастерить. Тут же появилась громом гроза. Давай, залезай сюда. Отдам тепло, отдам тепло. Больше потребностей в нем нет, большой лишь в песнях старых осталось тепло. Все поголовно предались мечтам, крылья придумали, стали взлетать. И ближе, и ближе, сделай же что, чтобы худо не произошло.